Исковые требования Шпота Натальи Николаевны к Министерству финансов Российской Федерации, лице федерального значительства по Оренбургской области, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации о компенсации морального вреда удовлетворить частично. Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств, указанных Российской Федерации в пользу Шпота Натальи Николаевны компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. В остальной части иска Шпота Натальи Николаевны отказать. Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через Гайский городской суд Оренбургской области в течение месяца, дня, в семье, окончательной форме.